Всем добрый вечер, дорогие друзья. Чем я занимаюсь? Я все убираю. Уже осень наступает, вернее, наступила. Вот одну сторону я уже все подрезала, прополола. Сейчас покажу вам. Вот, эта сторона уже готовая. Полностью. Так, гортензии отцвели, но я их оставляю. И когда уже осенью совсем они будут желтые, я их потом срежу. Вот, чем я занимаюсь. Я сейчас убираю эту терраску. Вот, все тут прибрала. Сейчас тут еще буду убирать. Занесла в домик. Сейчас покажу. Вот грильницу, коптильницу, стулья летние. Вот. И буду сейчас тут терраску прибирать, подметать. Все, как говорится, готовится потихоньку к зиме. Вот. Ягоды. Малины много в этом году. Тоже сейчас оборву ее, подвяжу. Ну как, без работы не остаешься. Сейчас наведу здесь порядок. Так, что у нас тут? Тут тоже компостер уже полный почти. Вчера много чего листья ложила, залила водой, закрыла. Сейчас жарко, пускай преет. Вот, бочка набралась водой. Дождей было немало. Так, тоже гортензии уже отцвели. Ну, пускай еще стоят, пока совсем не засохнут. Когда будут совсем желтые, только тогда я их срезаю. Что у нас в лесу? Вот пока нас не было, упала большая ветка прям нам в огород. Вон она лежит. Соседи говорят, шум был сильный, когда она падала. Ну, так, работа всегда есть. Гладиолусы еще цветут. Красивые. Скоро поедем в Голландию и купим тюльпаны. Вот. Клубнику я оставляю на зиму. Я ничего с ней не делаю. Пускай она вот так прям будет. Она защищает корни. Потом еще листья упадут. И листья мы тоже оставим на ней прям. Смотрите, вот цветут. Цветет клубника. Вон даже уже ягоды есть. Сентябрь месяц. Будем кушать клубнику. Так. Ну, это красавица гортензия. Вон какая красная уже. Она, ну, не красная, а такая бордовая. Какая красивая. Была белая. Вот так все навела порядочек. Я не люблю, когда вот между кустами мне надо было, надо, чтобы было пространство. Чтобы корни, чтобы кусты, все было, дышало, скажем так. Вот даже плетистая роза еще тоже дала вот бутоны. Будут еще розы. Ну вот, показала вам, чем я на данный момент занимаюсь. Навожу порядок, готовлюсь, скажем так, даже не к осени, а к зиме уже.
потому что в любое время может пойти дождь, будет слякоть, и потом, конечно, много не сделаешь. Поэтому я всегда пользуюсь моментом, пока хорошая погода, навожу порядок. До свидания, всего вам хорошего. Пока.